Двухчасовой перелет из Москвы в Мурманск бизнес-классом. Что там есть? Сравниваю бортовое питание в авиакомпании «Россия» и S7 Airlines. В обоих случаях ужин. В России нет напечатанного меню, но влажные полотенца перед трапезой приносят. В S7 есть и полотенце, и меню, и даже отдельная карта напитков. В России весь рацион, кроме десерта, подают одновременно. В моем случае это мясная закуска, правая треска с картофельным пюре, сливочное масло, хлеб и орешки. Салат не предлагался. Зато на десерт шоколадное мороженое. Кофе заварной, вкус отменный. В S7 практикуют ресторанное обслуживание. Это когда блюда приносят по очереди. Сначала был аперитив, затем салат. В меню он значится как карпаччо из перцев. После основное блюдо. Мой выбор пал на телятину под трюфельно-перечным соусом. На десерт нежнейший, тающий во рту макарони. Это давняя фишка S7, как и традиционный крафтовый шоколад, приготовленный на меду. Кофе также заварной и тоже хорош. Друзья, а вам чей ужин на высоте понравился больше?